Чем отличается сцена «Войны и мира» от финансовых данных Forbes? На самом деле ничем. И там информация, которую можно анализировать, если знать правильный инструментарий. Добрый день, меня зовут Валентина Кускова, я академ-руководитель программы «Прикладная статистика с методами сетевого анализа». Пусть вас не пугает длинное название, на самом деле мы про правильную аналитику данных. Приходите. Мы готовим академиков, тех людей, которые хотят работать в разных областях науки. В этом году мы выпустили первых 18 студентов, из них четверо поступили в международную программу PhD. Мы готовим прикладников, людей, которые работают с реальными данными в самых разных индустриях. На нашей программе учатся врачи, математики, психологи, менеджеры. Самые разные дисциплины, потому что анализ данных – это единственная междисциплинарная программа, которая позволяет объединить в себе абсолютно все. Программа создана на базе Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, где мы опять-таки занимаемся не только сетевой аналитикой, а самой разной аналитикой. И работаем совместно с университетами-партнерами за рубежом и здесь, в России. Наши студенты трудоустраиваются в самых разных компаниях, начиная от компании Volkswagen и заканчивая академическими программами. Мы учим извлекать информацию. Той информации, которой очень много вокруг нас. Утром вы начинаете свой день с прочитывания сообщений, новостей в интернете, с просмотра рекламы, с работой с какой-то аналитикой, которую вам нужно сделать для вашей работы. Этой информации настолько много, что для того, чтобы разобраться, нужен правильный инструментарий. Именно работой с инструментарием мы учим. Но уникальность нашей программы в том, что мы учим работать от данных, а не от инструментов. Мы очень серьезно отличаемся от традиционных программ подготовки по статистике, где мы не учим, что такое среднеарифметическое и стандартное отклонение. Вы это понимаете естественно, работая с данными. В нашей программе мы собрали лучших преподавателей из ведущих мировых университетов, которые написали программу Orange для майнинга данных или программу PAIC для работы с сетевыми данными. Все знают, что такое сети, у всех есть аккаунт ВКонтакте. Программа PAIC уникальна тем, что может взять 10 миллиардов узлов. Если вы когда-то слышали слова типа Big Data и думали, что это тот поиск, который проходит мимо вас, не бойтесь, мы учим анализу, в том числе и больших данных. Наши выпускники прекрасно трудоустроены, еще обучаясь на программе. Работа на программе позволяет совмещать и работу, и учебу. Это сложно, но сущность программы в том, что работая, вы одновременно уже применяете те методы, которые мы учим. Нужно ли знать математику, чтобы прийти на нашу программу? На самом деле нет. Нужно иметь желание анализировать ту информацию, с которой вы работаете. Мы начинаем с нуля. Мы работаем и с теми, кто уже 20 лет проработал в аналитике. В нашей программе есть несколько треков, каждый из них уникален и позволяет вам максимально для себя получить те знания и навыки, которые вам нужны. Программа англоязычная. Английский критичен. Причем не столько важно на английском говорить, важно понимать, что говорят наши преподаватели, потому что все преподаватели исключительно англоязычные. На самом деле данные действительно меняют мир. И те люди, которые знают, как работать с этими данными, имеют неограниченные возможности. У вас небо потолок. Поэтому приходите.